Краснодарский край стал лидером по призыву в стране. С апреля по июль ряды вооруженных сил пополнили 5500 кубанцев. Хотя набор чуть меньше, чем в прошлые годы, новобранцев хватает. На место претендует сразу несколько человек. Причина такого ажиотажа в постепенном переходе на контракт, поэтому нужны квалифицированные специалисты. Большинство наших призывников далеко от дома не уедут, они будут служить в Южном военном округе. Наибольшее количество, более 3000 призывников-кубанцев, были направлены в сухопутные войска. Около 300 в воздушно-десантные войска, свыше 400 в воздушно-космические силы. 400 пополнили ряды военно-морского флота России, около 100 призывников части войск Национальной гвардии Российской Федерации. В армии, к примеру, можно работать почтальоном или медицинским работником. Новобранцам предлагают альтернативную службу. В этом году ее выбрали около 40 человек. Вот только вместо года на службе придется провести два. Кроме того, срочную службу можно заменить на контрактную. Раньше это могли позволить только молодым людям с высшим образованием. Теперь же дорога открыта выпускникам техникумов и колледжей.